Полки палетных стеллажей используются для хранения ручной мелкой штучной продукции, не требующей палетного хранения. Бывают крашеные с ребром и без ребра жесткости и оцинкованные без ребра жесткости. Толщина металла от 0,7 до 1,5 мм в зависимости от нагрузок и желания заказчика. Длина полок 200 и 300 мм в зависимости от длины балки. Глубина стандартная 1050. Возможность изготовления по размерам заказчика.